как и полагается, федерального чиновника встретили хлебом и солью. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков приехал в Бурятию, чтобы оценить реализацию у нас проекта «Демография», в том числе проекта «Старшее поколение». И первым делом он посетил пожилых в Центре социального обслуживания населения «Нарата». Как вам здесь нравится? Здесь нравится, все условия прекрасные, чистенько, кормят хорошо, даже лишнего остается. Спасибо большое. Спасибо. Ну, дай бог. Ну, отлично. Напомним, пансионат для пожилых и инвалидов Нарата открыли летом прошлого года как раз в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня здесь живут и лечатся 150 человек. Люди очень довольны условием проживания, той заботой, которой они окружены. В целом, мы сегодня обсудили, что успешность реализации этого проекта предопределяет целесообразность нашего дальнейшего сотрудничества. Мы обсудили на перспективу 2025-2026 год потенциальную возможность продления этой программы на территории Бурятии. Сейчас будем смотреть те локации, те места, где есть еще сохраняется потребность и необходимость строительства аналогичных объектов. Следующая точка визита министра стала Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Светлый вот уже 16 лет здесь помогает особенным детям. Специалисты обучают ребятишек навыкам самообслуживания, поведения в быту, общению, а также оказывают психологическую поддержку. В год такую помощь получают около 2000 детей. Я увидел, что материально-техническая база объекта достаточно хорошая, соответствует всем соответствующим стандартам. Поэтому я уверен, что этот объект сегодня востребован, что мы сегодня увидели вместе. И у него есть достаточно хорошая перспектива с точки зрения продвижения и дальнейшего наполнения соответствующими услугами для детей на перспективу. Кроме того, Антон Котяков обсудил развитие в регионе социальных программ с главой Бурятии. Первое, что планируется, это увеличить количество детей. Вот это то, что нужно развивать. Вот на будущем мы работаем также и по возможности строительства центра для пожилых. Также работаем по направлению для детей, требующих особого внимания, там, для детей-инвалидов, для детей с задержкой в развитии, чтобы и детям помочь, и родителям помочь. То есть по всем направлениям для того, чтобы оказывать помощь тем, кому это необходимо. Напомним, благодаря национальному проекту «Демография» в Бурятии уже ввели в эксплуатацию 57 социальных домов-интернатов нового типа на 6 тысяч мест. В ближайшие 2 года планируется построить еще 26 таких учреждений почти на 4 тысячи мест. Енина Немаева, Мария Масканян, телекомпания АТВ.